Меня зовут Блум Станислав Александрович. Я врач-ортодонт из Санкт-Петербурга. Занимаюсь не только традиционным ортодонтическим лечением на брекет системах, но и новым разделом стоматологии – гнатологии. Она позволяет не только получить ровные зубы, красивую улыбку, но и значительно улучшить здоровье человека. Например, убрать шум и щелчки в области сустава при открывании рта и пережевывании пищи, головные боли, снижение слуха и даже нарушение координации. Станислав Александрович Блум закончил Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Павлова в 2002 году. После этого на протяжении 13 лет он работал и проходил обучение в ведущих стоматологических клиниках и университетах Германии, Франции, Испании, Швеции, Англии и США. В 2012 году доктор Блум организовал единственный в Санкт-Петербурге Центр функциональной ортодонтии и протезирования, вдохновителем и руководителем которого он является в настоящее время. Свой профессиональный опыт он воплотил в уникальном подходе к диагностике. Обязательным диагностическим минимумом в клинике Станислава Александровича является функциональное мануальное обследование, клинический анализ окклюзии и вертикуляторе, миография, УЗИ височно-нижнечелюстного сустава. Это позволяет максимально быстро поставить правильный диагноз и сразу снять болевой синдром. Станислав Александрович активно обучает врачей-ортодонтов со всех концов России и стран СНГ. В его клинике регулярно проводятся офис-курсы по диагностике и ведению суставных пациентов для практикующих врачей-ортодонтов. И уже в течение 5 лет семинар для врачей-ортодонтов по дисфункции ВНЧС является самым посещаемым и популярным среди ортодонтов России, Украины и Беларуси. Знаменитый джазовый трубач Майлз Дэвис говорил в своей автобиографии: «Каждый день на одну ступеньку вверх. И так каждый раз. Я и мои коллеги придерживаемся этого простого принципа в своей работе». Непрерывное обучение, использование новых уникальных технологий позволяет нам эффективно работать во благо и для здоровья наших пациентов. До встречи в Центре функциональной ортодонтии и протезирования. Буду рад вам помочь.